Буквально один день остался у чебоксарцев, чтобы отдать свой голос за один из проектов благоустройства территории Певческого поля. Чебоксары вошли в федеральный проект благоустройства ключевых общественных пространств и смогли участвовать в открытом национальном архитектурном конкурсе на разработку дизайн-проектов. В столице Чувашии для полета архитектурной мысли выбрали Певческое поле. В финале осталось две работы. Оба проекта предусматривают беговые и велодорожки со специальным покрытием, зоны отдыха. Проголосовать за ту или иную идею можно на сайте города до 4 мая. Пока с отрывом в более 100 голосов лидирует проект под номером 6150.